Владимир Волков проинспектировал ход капитального ремонта гимназии номер один. Его проводят в рамках государственной программы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, инициированной президентом России. Фасады у нас договоренности на этой неделе заканчиваете. Лицевая сторона и переходите. Капитальный ремонт здания 1936 года постройки начался в феврале. Чтобы уложиться в сроки, строители трудятся в две смены. Днем выполняют основные работы, в ночное время поднимают стройматериалы, укладывают полы и убирают в помещениях. Все инженерные системы в данный момент уже закончены. Осталась электрика, ну и чистовая отделка. Вентиляция здесь проводится, получается, в кабинетах химии, физики, специализированных кабинетах, в столовой. Вентиляция полностью с нуля монтируется. В данной школе не было своей вентиляции никогда. Полы на верхних этажах застелили досками и покрыли стекломагниевыми листами, которые защитят от возгорания. Сверху уложат линолеум. Лестничные пролеты, ступени и пол на первом этаже выложат плиткой. Окна уже заменены. Рабочие готовят стену под покраску. Фасады штукатурили, утеплили и тоже готовят к покраске. Ежедневный контроль наших сотрудников, контроль подрядной организации позволяет нам уверенно говорить о том, что работы ведутся в срок. Даже по некоторым разделам ведутся с опережением срока. С 15 августа будет организован уже завоз всего оборудования. 1 сентября гимназия номер 1 и 6-я инженерная школа, в которой тоже сейчас идет ремонт, распахнут свои двери. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.